много интересных существ обитает в воде. Например, морские черепахи. Морские черепахи питаются моллюсками, ракообразными, рыбой и водорослями. Из-за загрязнения океана черепахи иногда принимают за пищу пластиковый мусор. Проведи пальцем, чтобы черепаха плыла выше или ниже. Скорость плавания морских черепах может достигать 20 км в час, но они могут плыть гораздо быстрее, если им угрожает опасность. Молодец! Дельфины считаются одними из самых умных животных в мире. Передвигай подзорную трубу, чтобы найти дельфина. Передвигай подзорную трубу, чтобы найти дельфина. Передвигай подзорную трубу, чтобы найти дельфина. Нажимай на экран, чтобы дельфин плыл быстрее. Дельфины могут развивать скорость до 65 км в час. Дельфины выпрыгивают из воды, чтобы вдохнуть воздух. Дельфины – млекопитающие, и вместо жабр у них легкие. Для развлечения дельфины любят выпрыгивать из воды. В своем убежище осьминоги всегда поддерживают чистоту. Мусор они вычищают с помощью струи воды. Проведи путь от осьминога до рыбы. Осьминоги – хищники. Они охотятся на моллюсков, ракообразных и рыб. Проведи путь от осьминога до рыбы.
Осьминоги очень гибкие и быстро плавают. Это помогает им охотиться. Передвинь ползунки на выделенные места. Осьминоги умеют менять свой окрас для защиты от хищников. Передвинь ползунки на выделенные места.